В этом году в Верхней Волжье выделено 55 мест в 38 муниципальных образованиях, где были совершены богослужения, чин водоосвящения и проведены крещенские купания. В Твери в ночь со среды на четверг православные пришли на набережную Афанасия Никитина, чтобы совершить омовение. Среди верующих были известные люди. Этой традиции погружаться в открытый водоем и несколько лет подряд следует председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев. Напомню, что купание в прорубях и орданях – народная, а не церковная традиция. В русской церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию. И советуют прежде всего посетить богослужение, поскольку исповедь и покаяние, а не погружение в прорубь, помогают очиститься от грехов. Кроме того, не стоит забывать о безопасности. В местах купания всегда дежурят сотрудники полиции, МЧС, медики, которые в случае непредвиденных ситуаций готовы оказать помощь местным жителям. Также возле купели оборудованы места для переодевания и палатки, чтобы согреться чаем. Подробнее о крещенском богослужении читайте на сайте Panorama.pro. Там же можно посмотреть фото и видеоматериалы.